На душе моей лежит нелегкий груз. Я прошу, поговори со мной, Иисус. Я хочу Тебе сегодня принести свое тихое и кроткое «Прости». Ведь звучат еще в душе моей отголоски тех далеких дней, когда свет померк и вздрогнула земля, когда кровь струилась по кресту Твоя. Ты воскрес всем демонам назло, только на душе так тяжело, тяжело. Ведь сердцем понимаю, что Тебя я снова распинаю. Есть во мне и зависть, и обида есть. Есть еще тщеславие и лесть. Пред Тобой я часто не смиряюсь и Тебе во всем не доверяюсь. А еще и ближнего сужу, и мамоне иногда служу. И ропщу на жизнь свою порою. Разве ж от Тебя я это скрою? На душе моей лежит тяжелый груз. Я прошу, поговори со мной, Иисус. Не бросай меня, Господь, не уходи. В край желанный за руку веди. Ни на миг меня не отпускай, слабостям моим не потакай. Не хочу, чтоб Тебе было больно, не хочу грехам быть подневольной. Быть с Тобой — заветная мечта. Жизнь начну я с чистого листа, и на нем я сердцем напишу, что уже вовек не согрешу. Но сказал Христос, «Твой белый лист, посмотри, да разве же он чист? Ведь на нем следы моей крови, доказательства моей к тебе любви. Знаю, будут взлеты и падения, только б не рождалось сомнение, что смогу всегда тебя простить. Никогда не прекращу тебя любить. Только ты свое мне сердце открывай и мое святое имя призывай. А тебе тогда, Отца, я умолю, вновь тогда твои одежды убелю, и спадет тяжелый груз души, слезы счастья потекут в тиши, утешением звучат слова Христа. За тебя я распят неспроста. Знай же это, каждый человек, если грешен ты, то это... не навек. С Иисусом невозможное возможно. Никогда покаяться не поздно. Евреям 12 глава 2 стихом написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». Когда вдруг тьма навалится на душу, унынием беспросветным сдавит грудь, и все на свете кажется ненужным, не дай, Господь, во мраке утонуть, не дай, Господь, во мраке утонуть. Когда не проглотить комок обиды, нет облегчения от бессильных слез, когда все планы и мечты разбиты, я вопию, спаси меня, Христос, я вопию, спаси меня, Христос. И руку ты протягиваешь снова, извлекая из пучины бед. Мне говоришь спасительное слово, в котором откровение чудный свет, в котором откровение чудный свет. И хочется опять любить и верить, и кажется вдруг мелочью беда,
Когда я вспомню все твои потери, как ты в любви себя за нас отдал, как ты в любви себя за нас отдал, и все мои обиды и сомнения перечеркнет голгофская любовь. Когда в молитве, преклонив колени, душа наполнится тобою вновь, душа наполнится тобою вновь. Если б не Спаситель, как бы я смогла окунуться в царство Божьего тепла? Если б не Мессия, если б не Христос, я бы утонула в океане слез. Если бы не вера, что внутри меня, я бы обледенела в стужу без огня. Если бы не ласковый, нежный Дух Святой, и подумать страшно, чтоб было со мной. Аминь.